В Азербайджане разработано новое поколение цифровой подписи СИМА на основе облачной технологии. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства с компаниями SWORD и SINAM. Новая электронная подпись может применяться во всех услугах электронного правительства, а также банковских, небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, кабельного телевидения и интернет-провайдеров. В новое поколение цифровой подписи были интегрированы такие возможности, как авторизация и проведение операций с помощью биометрических данных. СИМА будет запущена и станет доступной для граждан в ближайшее время. Новый продукт ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане и будет способствовать использованию онлайн-услуг. Новое поколение цифровых подписей сделает нашу страну менее уязвимой перед кибератаками, а также повысит безопасность в процессе получения той или иной цифровой услуги.